Круто, я уже пошел. Че, пьют куда? Со вспышкой надо. Там же не пили. 150. Давай, поменяемся. Прямо пойти. Давай. Сзади прям. Ну что, премьера, уроды, скоро начнется. Да, там пацаны в магазин тусуются, там начинается какая-то вахханалия, там сайта с игрома. В общем, он засал. Нет, еще. Блин, ну ты что, скидка 10%. А, тогда я пошел. Ребят, мы сейчас начнем показывать кино, но перед этим я прошу вот всех, кто пришел посмотреть фильм, покричать вот в камеру. Покажите, что вы все живые. Вот туда вот давай. Ну давайте, ну. А теперь покричите так, чтобы ребята из Харькова, которые смотрели это видео, тоже нас услышали. Прям вот прям пипец как громко. Мы им обещали прислать. Ништяк. Спасибо. Погнали смотреть уродов. Да, все круто, понравилось. Вообще пушка огонь. Ворвемся, извините, расскажите, пожалуйста, пару слов, как вам мероприятие, как вам премьера, что с новым? А, так вот, это самое лучшее любительское видео. Оно прекрасно. Я помню BMX таким, и я знаю, что с BMX невозможно завязать. Знаете это. Я соглашусь с Максом, и еще скажу, что я очень ждал, какой будет саундтрек, и он полностью удовлетворил меня. Это лучшее, что было, что вот за последнее время посмотрел. Спасибо. Блин, просто отвал башки. Я себя почувствовал снова мелким, когда ты смотришь видео, они в херовом качестве, с плохой картинкой и с дропами. Там почти нет випов, там все падают и расшибаются прям. Вообще, респект. Это круто. Охуенно! Респект парням, респект то, что продолжают снимать видос. Тоже надо, наверное, все-таки отметить, что это не уроды 6, это уроды реинкарнация. И то, что это первый видос чуваков. Это, наверное, самое главное. Эмоции, как всегда, типа, уроды навсегда. Всем привет, супер быстрая турбовставка. Мы запустили новый сайт skeleton.ru, ссылка на него в описании. Там все BMX-запчасти, скоро все из Hellride приедет на скелетон. Сайт пока что не до конца готов, поэтому ваша обратная связь очень важна для нас. Пробуйте, заказывайте, пишите нам, что не работает, что работает, что вы хотели исправить. Короче, пожалуйста, переходите по ссылке, заказывайте там. Скоро весь BMX будет только на skeleton.ru. До встречи. А, это кто сделал? Там идут самые-самые движения. Снимай их. Не снимай меня, снимай движения. Тём, бля. Лев, давай. Приветики. Вот он, мой боец, реально красавчик. Лев. Все, пару слов о премьере. Премьера вообще замечательная. Видос, конечно, супер. Ребята, уроды, Украина, молодцы. Реально, ну, супер здорово. Очень все понравилось. Спасибо большое Улю. Он со мной тоже полностью солидарен. И вообще вечеринка, которая здесь собралась, я тебе честно, Егор, скажу. Ну, реально, нормально же. Но... Это очень похоже на дух старой школы, реально. Он здесь пробудился. Вот такие вот мероприятия индустрии просто необходимы. Поэтому, ребят, если вы здесь не были, и вы живете в Москве, могли приехать, ну, блин, ну, зря вы так. Обязательно на следующую премьеру приезжайте, а на этой премьере реально было дофига людей, и реально здесь крутая тусовка, чуваки.
Все как старый добрый, все круто. Вот этот дух, которого сейчас не хватает, такого ты нигде не увидишь, кроме как здесь. Ты не пришел, ты опоздал. Говорят, что его не выложат в сеть, по-моему, я слышал. Спрашивают, типа, когда в сети, говорят, что никогда. Так что спасибо. Я думаю, не всем зашло, не все впечатлились. Молодые пришли, судя по реакции, я понял, что 70% никому не зашло, но я лично сидел, смотрел и понимал, что вот оно. Вот оно по-настоящему. Потому что если бы любой из вас хотел бы снять видос, он был бы не лучше, чем этот. А этот сделан душой, я знаю, что способны уроды, что они могут. Уже все старые, все поломные, у многих свои дети. И несмотря на все, они все равно делают свой продукт, как бы. Давайте. Бро, как тебе видос твоих землячков практически? Они очень близко к тебе. Да, ближе, чем мама. Это Украина, Мартин есть еще из Белоруссии, но 4 года жил в Польше. И он реально шарит за Европу. А уроды реально демонстрируют нам европейское катание прямо здесь и сейчас. Мартин? Да, мне понравилось. 40 минут пролетели вообще супер незаметно, реально. Я офигел, что это 40 минут длится. Мне все понравилось, особенно падение, как обычно. Ну, их стиль незабываемый. Я смотрел их еще с самого детства, когда начинал кататься, поэтому все круто, всем респект. Спасибо за то, что здесь, спасибо за то, что поддерживаете BMX-движуху. Скелетон с вами. Большое спасибо Pump Fiction за то, что нас приютили, показали вот этот трэш, угар. И, в общем, всем спасибо, продолжаем тусить.